РФ закрыла въезд в страну десяткам канадцев. Москва приготовила ответные меры на персональные санкции Канады. Министерство иностранных дел России объявило об ответных персональных санкциях в отношении чиновников Канады. Соответствующий комментарий спикера МИД РФ Марии Захаровой распространила пресс-служба ведомства. Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. «Список длинный, в нем десятки фамилий», — сказала Захарова. По ее словам, в список попали русофобски настроенные граждане Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений. О ком конкретно идет речь, в МИД РФ не уточнили. Напомним, ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против 52 человек за коррупцию или грубые нарушения прав человека, включая 30 россиян. По материалам сайта news.com.